Hallo, Frau Kahler. Hallo, schön, Frau Dr. Kutscher. Nehmen Sie Platz, danke schön. В течение нескольких лет Антия Калер пользовалась услугами клиники Эрнст фон Бергман по вопросам хирургии груди. Благодаря многостороннему индивидуальному подходу пациенты здесь получают наилучшие результаты. Женщины приходят к нам с доброкачественными или даже злокачественными заболеваниями молочной железы. Иногда женщины сами не знают, но чувствуют, что что-то не так. В таком случае мы консультируем пациентку, опрашиваем, что случилось. Иногда к нам приходят даже после скрининга, где, возможно, уже был поставлен диагноз. И тогда речь идет именно о том, что это значит и что делать. Выбор терапии очень важен. Поэтому лучше обсудите данный вопрос со специалистами различных специальностей в контексте междисциплинарной онкологической конференции. Прямой обмен различных компетенций обеспечивает эффективное целенаправленное лечение. Лечение рака молочной железы не может обходиться без хирургической операции. Тип вмешательства зависит от особенностей опухоли и хирургических способов. В более чем 70% случаев в наше время операции могут быть проведены. Поскольку есть разные случаи, когда нам необходимо хирургическое вмешательство, то встает вопрос, что можно сохранить от молочных желез. Если это невозможно в принципе, есть разные варианты. Например, протезирование или собственные ткани. У нас в клинике мы проводим совместные консультации. Если вы думаете, что было бы лучше выслушать пластического хирурга вместе с другими специалистами, то мы вместе садимся и предлагаем наиболее оптимальный план лечения. Конечной целью каждой операции является полное удаление опухоли. Чтобы убедиться, что осталась только здоровая ткань, после процедуры дополнительной обработки не требуется, например, лучевой терапии. Известно, что лучевая терапия может снизить риск возникновения рака. Но мы знаем также, что если была сделана лучевая терапия, то это негативно влияет на состояние организма в целом. Итак, это связано с облучением клеток, которые вызывают последующие реакции. В случае Антия Калер врачи выбрали терапию антителами. Это специальное современное лечение, к которому прибегают в 18% случаев. Антия Калер относится к этому числу. При терапии антителами речь идет о том, что покрывают оболочкой поверхность раковой клетки, вызывая ее разрушение иммунной системой. Антия Калер на протяжении нескольких последних лет учится жить с диагнозом «рак молочной железы». Женщина уверенно справляется со всеми препятствиями, что преподносит болезнь. В больнице все прошло супер. Врачи и медсестры всегда были рядом, заботились, и когда нужно было, поддерживали словом. Это было здорово. И особенно я была рада, что мой муж имел возможность навещать меня каждый день и быть рядом. Благодаря современной медицине и людям, которые ее поддерживают, Антия Калер на пути, чтобы выиграть свою битву против рака молочной железы.